они идут. Все сжечь. Что делать с заложником? Ничего не оставлять. А теперь я покажу тебе, как мы поступаем с информаторами. Прикончи его. С удовольствием. Это координаты Алисы. Туда. Это Алиса. Мертва. Лиан, ты что-нибудь нашла? Все сожжено. Я не знаю, что они тут выращивали, но явно не бананы. Веймир знал, что мы придем. Что будем делать? Ждать появления нового вирусного очага. И очень скоро. Отчет Логана был достаточно ясен. Пошлите туда еще два отряда и найдите Реймира. Я понял. Логан, мой лучший агент. Что будем делать? Ничего. Будем ждать. Посмотрим, что он сумеет выяснить. Данные ВХО точны. Все в радиусе 100 миль мертвы. Не все. Этот человек еще жив. Это возможно. В том-то и дело, что нет. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаос, и мы начинаем проходить долгообещанную, долгожданную игрушку под названием Siphon Filter. Вот, это первый шутер от третьего лица с элементами стелса, который я проходил на первой плехе. Вот, игрушка очень разнообразная. Разнообразная своими локациями, заданиями и сложностью. Ну что, давайте начнем. Новая игра. Когда начнется операция? Наши отношения с ФБР не ясны, но люди Роймера уже в подземке. Это тот же самый вирус? Да, и после уничтожения всех в радиусе 100 миль... Продолжение! Он начал мутировать и приспосабливаться. Это сведения от наших людей в Интерполе. Команда Дженкинса уже ждет. Вы начинаете. Я узнаю Антона Жирдо и Мару Армова. А это кто? Павел Кравич, эксперт Роймера по связи. Когда разделаетесь с ним, вам необходимо уничтожить его передатчик. Вас забросят в зону, когда начнется операция. У вас будет час для поиска и уничтожения целей. Местные знают, с чем они имеют дело? Нет. Роймер обнаружен на первом уровне, Жирдо на втором. Кравич не видно, а Рамовый тоже. Понял. Так, нажмите старт для просмотра задания. Так, что мы имеем? Текущее положение. Убей Кравича и уничтожь коммуникационную связь. Уничтожь Ромеро. Так, карта у нас здесь есть, есть задание. Так, убей Кравича и уничтожь коммуникацию. Ну, это только что прочитали. Вот. Так, что у нас по параметрам? Параметры миссии. Не убивай ни одного агента ХБВК. Предотврати сбои антивирусной системы или взрыв бомб. Так, брифинг. Вашингтон, ВК, Джорджия, Стрит. Понятно, цель агентства. Информаторы ФБР засекли вирусную атаку террористов в подземном системе ВК. Наши контакты с обороной США и Интерполом подтвердили идентичность террористов. Мы высадим тебя после начала операции. ХБВК, химическая и биологическая военная команда армии США. Так... Твои цели Ромер, Кравич, Арамов и Гирдюкс. Или Гирдюкс. Ромер должен иметь станцию связи. Помоги, если надо, ХБВК. Предотврати человеческие жертвы. По возможности... Так, более детальную информацию смотри на сайте.
на сайте. Так, понятно. Оружие, что у нас есть? Оружие. Глушитель 9 мм. 9 мм ручной пистолет, стандартный атрибут вооружения офицеров НАТО и армии США. На вооружении находится с 1979 года. После экспериментальных испытаний срок службы в 5 раз дольше обычного пистолета. Так, снайперское ружье. Крупнокалиберная винтовка с глушителем и цифровым оптическим прицелом определяет цель и точку поражения до выстрела. Тейсер. Используя картридж, что там, CO2 или S. Это оружие выстреливает два зонда, которые проникают в тело жертвы на 1 дюйм и поражают его током в 500 тысяч вольт по проводам, которые соединяют оружие с зондами. Короче, электрошокер это. Ой. Что-то я вышел. Так, и что у нас еще? Фонарь. Стандартный атрибут вооружения агентов противоударный. Заряда хватает на 300 часов. Да что в тебя? Че я выхожу-то все? А, ну и все, да? В принципе. Опции. Ну, последняя точка. Звук, музыка, голос. Понятно. Так, выбрал тут фонарик уже. Управление в игре не очень такое. Как бы к нему нужно привыкнуть. В принципе. Так, берем пистолет. Ух ты. Да, я в шутеры уже давно на джойстике не играл, так что... Фиг знает, как это получится. Но здесь хоть есть автоприцеливание, и то радует. Несмотря на то, что игра старенькая, причем очень старенькая, вот. Здесь есть моменты, которые... приближены к реальному. Вот. То бишь, допустим, вот в броне мы. Броня у нас, в принципе, долго пробивается, но если броню пробить, то убить нас могут просто в считанные секунды. И также у врагов, в принципе. Так. Воу-воу-воу! Отлично. У нас есть автомат, да? Мы взяли автомат. Отлично. Были моменты в игре, когда я вот ее проходил раньше, что просто застревал до такой степени, что... Так, спецкуртка у нас не повреждена. Что вообще, как бы я думал, глюк какой-то просто, и невозможно пройти. СБДС сообщает, что их агент отрезан где-то в своем районе. Они просят поддержки. Так, добавлено задание. Так, наши ребята в желтых костюмах помочь. Вот один уже истекает там кровью. Так, враги тут бесконечно. Что-то респанятся. Так, контрольная точка.
Всего 15 патронов в автомате. Давайте выберем фонарик. О! Гранатас. А, гранатас. Или граната 3. Гранатас, блин. Вперед, конечно, да. Но, в принципе, многие игрушки старые на третьей... Ой, на третьей плейхе, хотел сказать. На первой плейхе переведены очень криво. То, что перевод в то время был любительский. Один Фаргус. Пиратская компания это чего стоит. Со своими переводами. Да, 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 что-то. Так, с огнем тоже надо быть поосторожнее. Потому что малейшее воспламенение и сразу. И мы сразу труп. Раса, да? Молодцы. Так, там чел. Давайте-ка с ним разберемся. Молодец. Так, сюда пока не пойдем. Да, пока немного помню. Давайте свяжемся с Лен. У меня помехи. Наверное, это рядом с передатчиком. Кравич! Кравич. Блин. Так, спецкуртку взяли. Что у нас здесь? Обрез. Обрез, кстати, тоже... В начале игры, вот когда вот противники еще не такие сильные, тоже, в принципе, неплохое оружие. Так, что нам надо? Связь, да, уничтожить? Антенна. Я взял кравец и разрушил оборудование, но я не вижу антенны. Сейчас, я вижу себя. Так, ну что, теперь надо... Кстати, картинки такие неплохие. Надо, короче, это... К тому месту, где мы, куда, которую мы пропустили. Здесь мы уже все выполнили, в принципе. Здесь замочек. Да, вот такие тут штуки есть в игре. Фиг заметишь, называется. Замочки всякие.
здесь должен быть выключатель обхода системы безопасности метро. Найди и выключи его. Понял. Поищи какие-нибудь протоколы авторизации из метро. Так. По-моему, фонарик нужен здесь. Прошел систему безопасности метро. Путь свободен. Ай. Так, где-то здесь какой-то секретик должен быть, по-моему. Если мне не изменяет память. Как-то. А, он там, на той стороне. Да. Так. Одной рукой можем стрелять. Вот у нас же суперагент. Так, 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 нет. М79. Такая вот штука. Гранатомет такой. Это оружие. Очень клевое. Оу. Да, это был мой косяк. Надо было с другой стороны запрыгнуть. Да, вот с такой вот небольшой высоты он может разбиться. Так. Как у нас спускаться-то? Я уже не помню. Ой. Снайперская винтовка тут есть. Спецкуртка. Ну, спецкуртка у нас целая. Все, отправляемся. Вроде как мы все закончили, да, отправляемся. Так, текущий уничтожить Ромеро. Отправляемся в метро, по-моему. Отвали. Ой, ё! Своих он пристрелил. Да,
Так. Отлично. Там еще один сзади был. Да что, сколько вас тут? Да, вот здесь в метро аккуратно надо быть. Здесь через определенное время проезжают поезда в легкую, могут сбить. Так, где-то здесь бомба. Вот она. Что у нас тут еще? Уничтожить Ромеро. Чисто. А. Что-то я не помню. Чё надо куда? А, вот. Какой-то проход. Так, спецкуртка у нас не повреждена. Но это, в принципе, только начало. Там эти спецкуртки будут лететь, как орешки. Вот. Так, да, я там помню чувачка, сейчас используем. Я нашла Ромеро на нижнем уровне, устанавливает еще одну бомбу. Иду. Любил я раньше это делать. Так, нам надо еще одну, да, бомбу найти там. По-моему.
с обреза хочу пострелять. А вот он в спецкуртке. Первый враг у нас в бронежилете. Сергей, что происходит? Я установил счетчик. Стоп, Лиан, один из них отличается от остальных. У него меньшее время и... Гейб, осторожно.